Вопросы? Может быть, есть. Значит, есть система именно технических осмотров и обслуживаний. То есть есть перечень операций, которые необходимо производить, значит, которые производятся как в виде ТО, так называемое. Это как-то вот эта система дефектов с ТО, обязательных ТО, она коррелирует у вас или нет? Нет, это именно одно из оснований, это из трех оснований для нас, для выполнения ремонтных работ. То есть это именно внеплановые работы. Техническое обслуживание – это плановая работа, она планируется прямо в 1С ТАИР. Как, понял, просто в качестве, в объем технического обслуживания, как правило, входит и внешний осмотр, чем вы занимаетесь? Нет, здесь, ну, ТО, например, техническое обслуживание, мы не делаем емкостного оборудования, потому что смысла его нет, а осмотр его надо делать. Это разные вещи, мы разделяем, то есть. У емкостного оборудования ну, нечему делать техническое обслуживание. Оно делается только у нас для динамического оборудования. Понятно. Соответственно, это отдельно. Ну, оно делается планово в соответствии с графиками, либо по результатам диагностики. Хорошо, я понял, спасибо. Леонид, может, мы по очереди там в интернете, по-моему, есть какие-то. Вы зачитаете? Да, сейчас. А. В ролике фигурировал планшет. Это какой планшет? Это вот в ролике Asus был. Понятно. Ну, на самом деле Asus у нас осталось в работе. Ну, не по причине того, что это первоначально у нас было 5 Asus, и сейчас, 18 еще. Я забыл. Но не Asus. Ну, там попроще. То есть мы для себя решили, что незачем. Покупать достаточно дорогое, можно лучше сломать и купить что-то новое. Но за всю историю у нас 2 планшета только вышли из строя. По причине один батарея, другой камера. А эксплуатационщиками предъявлялись какие-то требования к планшетам? Ну, там, на самом деле, да, для Ростехнадзора необходимо требование к взрывозащите в определенных помещениях и для удовлетворение этих требований, мы купили 2 взрывозащищенных, они у нас есть, ну, как бы образцово-показательные. Мы им пользуемся в двух подразделениях, но остальные все не взрывозащищены. А скажите, у вас весь комбинат покрыт арфитметками? Нет, это только в планах, как я сказал. Развитие. Будем стараться, да. Сейчас мы уже покупаем оборудование для того, чтобы фиксировать именно на длительных маршрутах, то есть когда маршрут пролегает несколько километров, то есть это магистральные трубопроводы и так далее. Именно покрытие, например, в RFID-метками в масштабе корпуса, ну пока достаточно думаем об этом, потому что требования именно фиксации обхода, когда помещение там, например, 10 на 10 квадратных метров, да, ну, что там фиксировать? Состояние оборудования пройдут, они обычно ходят. То есть проблема у нас возникает в том, что вот на многие километровые маршруты, ну, не выходят, либо загибают, где-то его там срезают. То есть вот. Так, второй вопрос. Вы сказали, что вы ушли от бумажной фиксации дефектов. Вы подтверждаете в бумаге до сих пор? Распечатываете? Да, до сих пор распечатываем. Пока распечатываем, да. И третий вопрос, который касается охраны труда. Обходчикам удобно ходить, лазить по лестницам, вот так вот в руках, держа планшеты? Ну, они на самом деле у нас в сумках сейчас все. То есть это был ролик снят, ну, еще... Я его видела. 3 года назад, наверное, когда у нас еще было опытное внедрение вот на одном этом цехе. Сейчас они все в сумках как бы находятся, ну, под поясом и так далее. То есть... Не жалуются пока. Спасибо. Да, так, с интернета попробуем, да? Давайте пока вот я туда перейду, вы из интернета что-нибудь там выберите. Заявка на поставку ТМЦ формируется на основании дефектов. Нет, заявка все-таки на поставку ТМЦ формируется на основании, так скажем, заявки на работу, которая на конкретную, ну, вернее, на перечень работ, которая может быть основанием не только дефекты, а также и плановой работы. Есть возможность использования, формирования заявок ТМЦ, но используется ли она? Ну, формирование заявок ТМЦ только по плановым работам, так скажем, потому что есть период, на который мы должны выдать заявки,
для того, чтобы их отработали, он достаточно длительный. То есть, если это дефект, то для этого используется либо аварийный снижаемый запас, потому что ну, нам просто не успеют купить к тому времени, когда мы должны устранить дефект. Вопрос. Сколько человек на один планшет приходится? Один планшетный компьютер выдается на смену, так скажем. То есть это один мастер смены, у него какое-то производство, участок, и планшетный компьютер один. То есть по очереди они используют, проходят обход, передают другому, так скажем, не у каждого обходчика планшетный компьютер. Так, еще вопрос по ТМЦ. Вот эта ведомость приобретения материала формируется на основании нормативов, поэтому, а соответственно норматив привязан к каждой единице оборудования и соответственно материал привязан к единице оборудования. Вопрос был, так, ведомость состава материалов на каждую единицу или формируется по конкретную работу? Ну, конкретная работа формируется на единицу оборудования, поэтому да. Осмотры делают технологи или ремонтники? Осмотры делают технологи. Да, еще будьте добры, скажите, вот вы сказали, у вас система УПП уже есть, да, которую пользовалась бухгалтерия. Так вот да. Сейчас как бьются ли отчеты по ТАИРу и те отчеты бухгалтерии, которые пользовались до этого? Я имею в виду по затратам ремонта и по инвестициям. Бьются, потому что мы полностью связали две системы. Сейчас у нас так называемые сводные акты выполненных работ переносятся из ТАИРа в УПП, то есть они берут наши данные, закрывают их, мы обратно получаем уже со всеми стоимость работ именно с учетом всех дополнительных затрат, цеховых расходов и так далее. То есть обратно в ТАИРе на каждую единицу оборудования мы имеем такую информацию. То есть у нас связаны две системы полностью. Фиксирование через систему дефектов. Куда пишутся эти данные? На SQL? Да, SQL. База данных SQL. А как связана вибродиагностика с системой 1С ТАИРа? Как у вас... У нас ну, система позволяет вот 1С ТАИР, так называемый, вести контролируемые показатели, когда, ну, так скажем, вручную после проведения диагностики диагност заносит данные в систему. То есть он на этом объекте ремонта там посмотрел какие-то контролируемые показатели, например, виброскорость. Да. Соответственно, на нескольких точках, например, он записывает туда в систему, соответственно, это все хранится, показывается отчет с мнемосхемой этого оборудования, где по конкретным точкам показываются последние параметры, ну, также, соответственно, тенденции выросла, снизилась, какие-то контрольные точки, то есть разделено, у нас, по крайней мере, принято, что виброскорость у нас контролируется, ну, 5 уровней у него есть, то есть аварийная, предаварийная, хорошая, как там еще, ну, 5 показателей, то есть, да, 5 уровней. Соответственно, система сразу, они занесены, как, и система показывает, то есть по цвету, как показывает, так и сообщениями, что система у вас превысено там или тут опасно. Система не выдает ведь тенденцию никакую, то есть она выдает статистику, а например, если я 4 раза занес туда вибрацию там, одну, она мне не выдаст тенденцию, что этот дефект будет развиваться дальше? Нет, анализ она не проведет. То есть это уже она покажет динамику, то есть, например, увеличение там или ну, интересует, наверное, больше всего. И здесь уже, конечно, человек должен принять решение. То есть автоматически никакие заявки на ремонт не создадутся, только с участием Спасибо. Человека. Да-да. Вот насколько я знаю, в системе 1С ТАИР вот реализован уже тот механизм работы с дефектами, вот, который у вас представлен собственным программным продуктом. Вот как, вот чем вы руководствовались, когда вот создавали для учета дефектов собственный программный продукт? Вот немножко мне непонятно. Как... Ну, первое. Руководствовались тем, что в то время, когда мы его создавали, у нас не было программы 1С. То есть первично. Да, то есть мы уже в 2010 году введена была система УДП в промышленную эксплуатацию. То есть она появилась намного раньше.
На тот момент, когда мы купили 1С, то есть почему у нас мы не перешли именно только на 1С? Потому что первое, функционал системы УДП был намного шире на тот момент, чем в системе 1С. Потому что система 1С, она просто только фиксация. То есть вы занесли документ о дефекте, все, она там вам позволила разделить там на виды дефекта, и все, в принципе. У нас достаточно шире, у нас каждый дефект связан с простоем, простой каждый связан с, если это внеплановый, с актом о расследовании этой причин простоя. Причины простоя связаны с мероприятиями, соответственно. По недопущению в дальнейшем это простое, все это ведется в системе УДП. То есть в 1С TAIR этого нет. Соответственно, мы рассматривали вопрос о внедрении функционала всего этого системы учета дефектов простой в систему 1С. Программисты нам сказали, что займет это примерно год и будет это стоить несколько там миллионов рублей. Да? Соответственно, но мы можем вам связать за 2 недели. Соответственно, будет связь двух систем, ну и тут логично, что мы выбрали, да. Есть ли у вас нормативы на ремонт оборудования, да, которые состоят из операций и из ТМЦ? Видимо, так нужно читать вопрос. Нормативы на ремонт оборудования у нас есть, как я было показано, в 2012 году мы внесли эти нормативы. Нормативы, ну, наверное, откуда мы их взяли, да, сразу да, следующий вопрос возникает. То есть нормативы мы взяли из справочников. У нас был перечень справочников, которые введены на предприятие, то есть они у нас сохранились, имеются. Отдел труда и заработной платы героически за несколько месяцев вколотил, грубо говоря, их все в систему. Дальше мы дописали материалы туда, соответственно, и уже технические специалисты набрали уже технологические карты из этих как бы операций вот именно на ремонт оборудования. И таким образом у нас появились нормативы. Сразу ну, вопрос возникает. То есть они старые, да, они не соответствуют действительности. Каким образом мы решили эту проблему? Первоначально сразу нормативы мы внесли с коэффициентом 0,8, то есть понижающим. То есть уменьшили их, просто взяли и уменьшили сразу. И в дальнейшем у нас есть в отделе труда и заработной платы специально выделенный человек, который следит за этим справочником, то есть он его актуализирует. То есть если при какой-то новой работе, новом оборудовании не нашелся норматив, соответственно, он обращается к этому человеку, это все прописано в инструкции, то есть в определенной форме, определенные данные ему дает. Этот человек смотрит сначала, действительно нет ли норматива, смотрит справочники. Если ни там, не находит, он включает в график фотохронометража, то есть выходит с секундомером. 3 раза он проверяет, соответственно, эту работу и вносит уже как норматив. То есть он утверждается на предприятии, вводится приказом и действует. Также у него есть у этого специально выделенного человека график отдельный, как бы уже пересмотр этих плановых нормативов, то есть он для себя определяет области какие-то и постепенно обходит и снова корректирует эти нормативы, то есть делает фотохронометраж и также приказом может изменить. Надеюсь, подробно. Спасибо. Вопросов нет, наверное, да? Все уже подустали. Большое спасибо. А? Докладчику, да. Сколько процентов от общего количества персонала на предприятии работает в 1С TAIR? Ну, к 1С TAIR у нас подключено, наверное, сейчас достаточно много, приближается к 1000 человек. То есть это ну, непосредственно те, кто имеет доступ. Единовременно, то есть вот в текущем сеансе, да, если открыть, например, да, сеанс пользователя, где-то 50 человек, то есть постоянно работает в системе. Спасибо. Ну, на самом деле, я как и обещал, мы периодически оцениваем людей за вклад в развитие системы TAIR. Сейчас Леонид у нас получает очередную награду.
Она у нас меняется с каждым годом, но вот участники у нас некоторые две уже имеют, да, или три, наверное, да? Но сейчас мы изменили формат, мы приближены теперь к теме времени, да, то есть пока эти часы работают, соответственно, простоев нет.